Здравствуйте. Ну, привет. Про что будет сегодня рэп твой? Пусть это будет сюрпризом пока. Давай. Е. Е. Давай. Всем привет, мое имя Артем. Я читаю рэп и сильно помешан на нем. Уверенная с гонором, машу руками в телеке. Санаторию здорово, как Eminem в Америке. С маленького города, но у меня большие проблемы. Читаю с поводами, без повода. Каждое время даже на улицах разговаривая речитативами на лице. У меня при этом очень довольная мина. А че? Было бы довольно прикольно и весело, чтобы читание рэпом утвердили профессии. А в универе хип-хопом называли предметы. И каждый дома готовил бы курсовую по рэпу. И, к примеру, нашел Украина, мая талант. Все рифмы отвечали вместо холодного дали. Так, и после выступления, уважаемый Влад, стал бы остро зарифмовал за меня. Артем, у тебя было бы больше шансов, но в твоем выступлении я не увидел танцев. Хотя бы немножечко пай для меня танцевал бы тогда, я тебе сказал, да. Но затем, не жалея этого слова, за дело взялась не рапе. Слава Фролова, а я не согласна, осталась довольна, потому что этот гангстер выступил прикольно. Ну а потом я даже боюсь сказать сух, за микрофон взялся бы Игорь Кондрачук. И спокойно, может, пафосно где-то зачитал бы, как рэперу опытный рэпер Артем. Ты реальный пацан без пытаний, и я скажу так тебе, без вагань. Заходь на короткий, почитаем отрок и разом дуэтом раскачаем о Майдан. Ну а если серьезно, это редко бывает. Я живу рэпом и дышу им, парень. Мне всего-то мелочи хватит, чтобы трое людей сказали, что я не бездарен. Йоу. Вторая часть. Давай. Это трек не на смех. Это Z, это S или может успех. Этих схем я не знаю. Просто уперто и гордо для горла читаю. Хотя я и не черный, на крах обреченный. Таланты, Артем, лес, меня здесь запомнят. Запомнят здесь мой рэп. Не ради монет будет, нет, не обижусь. Но все же я против того, что я вижу на телеэкранах. Поют, улыбаясь, о чем, ни о чем. На голо раздеваясь, топ титаны. Но вскоре, как титаник, потонем. В пластмассовой музыке завяжемся в узел все. Закружимся в танце и тут же растаем на глянцевой музыке. Судьи все к вам обращаюсь сейчас. Просто да или нет, но дайте мне шанс взлететь или просто упасть на асфальт. Но поверьте, огонь не погаснет в глазах. Вы правы, я рэпер, ошибся, я верю. Но если я здесь, значит я в это верю. За кем пойдут люди, кого все услышат? За гламуром или все же за такими, как они же? И последнее, рэп это смысл, запомни. И в душе через сталь микрофона он способен помочь, он способен учить. Нет, не вас, молодежь, у которых вся жизнь впереди. И стихи не способны спасти. Вы не верите мне, в глаза посмотрите. Всем спасибо вам, кто пришел на таланты. И резко бежал у кого-то беды. Стучали сердца, качала рука и горели глаза. Всем спасибо вам, кто судил этот рэп и его понимал. Места нет, очень важная, да. Вам респект от меня, всем респект от меня. Все здорово. Да. Он завелся, он стал одержим, у него глаза горят. Спасибо. А тобі пальців рот не клади, я бачу. По локоть оттяпай. Варто було запам'ятати першу свою невдачу. Ні, ну реально ти талановитий. Я своїх... Спасибо. Я своїх слів не боюсь, і ти просто розкачав цей театр харківський. Я не знаю, коли ви давно такий розкачали. Спасибо большое. Молодець. Десяточку. Ти лучший. Класно, зачет. Спасибо большое. Красавчик. Да, 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 да. Спасибо. А что тебе сказали на X-Factor? Мне сказали, что я не умею петь. Нет, у нас жюри лучше, тебе больше понравится. Спасибо. У нас другое мнение. Сейчас увидишь. Сейчас узнаешь. Смотри. Сейчас услышишь. Игорь. Игорь. Хотя, что там, я скажу да. Спасибо. Я скажу да. Спасибо. Игорь. Игорь. Ну рэпом давай! Ну йоу, диджей! Хоч ти Лоик, Артем, ра-та-та, ра-та-та. І ти не Eminem, я скажу тобі так,
Я ж не зовсім дурак. Спасибо. Спасибо. До свидания.